15 апреля по 31 мая проходит голосование, где можно выбрать общественную территорию, которую, по вашему мнению, необходимо благоустроить в 2024 году. Напоминают в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Отдать свой голос можно на платформе 63.городсреда.ру. Всего в голосовании участвуют 20 общественных пространств по всей Самаре. Территории победителей будут благоустроены по национальному проекту «Жилье и городская среда». В телеграм-канале городского департамента транспорта сообщают, в связи с проведением мероприятий по велоспорту будет временно ограничено движение по улице Арена 2018 от проезда номер 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин хутор. По проезду номер 2 по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров. В следующие периоды с 8 до 16 25 мая, с 9 до 13 7 июня, с 8 до 16 25 июня, с 8 до 16 17 июля, с 8 до 16 18 июля. Телефонные мошенники начали притворяться сотрудниками МФЦ. Информируют и предупреждают в телеграм-канале Октябрьского района. На номера телефонов жителей Самарской области стали поступать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками МФЦ. Их цель – получение информации от заявителей для взлома портала госуслуг. Если появились сомнения, что вы разговариваете с настоящим сотрудником МФЦ, положите трубку, перезвоните по официальному номеру и уточните информацию. А чтобы не беспокоиться за сохранность персональных данных, защитите аккаунт на госуслугах. Придумайте уникальный пароль, включите двухфакторную аутентификацию и уведомления о входе. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, в качестве одной из дополнительных мер социальной поддержки медицинским работникам предоставляется ежемесячная выплата в течение первых 3 лет после окончания обучения. Речь идет о молодых специалистах в возрасте до 35 лет. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг.